концерт северокорейского вокально-танцевального ансамбля «Объединение» состоялся на сцене Дворца культуры. Гости подготовили яркую и самобытную программу в честь 80-летия со дня образования города Артема и укрепления межкультурных связей. В ходе выступления артисты познакомили зрителей с песенным и танцевальным искусством одной из самых закрытых стран мира. Артисты ансамбля создавали праздничное настроение и своими виртуозно звучащими голосами вовлекали зрителей в чудесный мир традиционной культуры. Единственный подарок корейцев русским друзьям. Со сцены звучали и советские песни военных лет, которые участники ансамбля спели на русском языке. «Журавли», «Катюша», «Виновата ли я», «Эхо любви» и другие. Вокально-хореографический ансамбль «Объединение» был основан 15 лет назад. За это время он завоевал признание у поклонников как в самой Корее, так и в нашей стране. Коллектив – обладатель несметного числа наград. Главной миссией артисты считают сохранение национальных традиций и наследия своей страны. А еще развитие и укрепление культурных связей между народами. Ансамбль «Объединение» был основан 15 июня 2003 года. Под мудрым руководством великого руководителя товарища Ким Чен Ира, и он хотел бы весь корейский народ, нигде бы он ни жил, всей душой вкладывал, и чтобы на объединение нашей Кореи. Ансамбль «Объединение» был там в Южной Корее несколько раз, потом в Китае, там в восточных, северо-восточных регионах. И потом, где-то 2-3 года назад, здесь, в Приморском краю был, и именно в этом театре тогда выступили, провели концерт. Каждое выступление артистов сопровождалось восторженными аплодисментами зрителей, которым пришлись по душе как корейские напевы, так и песни на русском языке. Добавим, что мероприятие организовала администрация Артемовского городского округа и Ассоциация корейских организаций Приморского края. Я уже не первый раз приглашаю артистов в ваш город. Но он мой любимый город, поэтому город этот дорог, тем более, когда такая знаменательная дата, как 80-летие. Подарок, я считаю, он замечательный. Лучезарные голоса, необыкновенное искусство. Я думаю, артемовцев порадовал. Выступление иностранных гостей внесло весомый вклад в развитие дружественных отношений между нашей страной и Северной Кореей.